заходит в эту комнату мент, типа говорит, блядь, я тебя посажу, говорит, в зечку, там сидят заключенные, они будут тебя целую ночь иметь с этими огромными черными хуями. И он такой, а вы не врете? И тут то же самое, кстати. А зачем вы меня приглашаете? У меня КД. Похуй на КД, просто прорывайся, заходи, как можешь. Заходи на твина. Слышишь, заходи, ты заходи прям... на КД. Не, ну представь, ну если зайдешь, короче, даже если у тебя КД, короче, блядь, 5000 ИП я тебе дам на рогу. Давай, прям прорывайся, камни там разгребай, я хуй за. Нихуя себе. А я здесь, шоу мне сумму. Хуя себе. Так, а мне танком или котом? Ну, давай, 5000 ИП. Сейчас там и Виланша есть, сейчас я в хп на спекнусь, подождите, чтобы не сдохли. А у нас пикнуть? Хилы вообще, скажите мне сразу. Да, я почилю. Друид-инвалид, хукмастер и войтлайт. Алло, блядь, тыкните, ёбаный ты сыр. Ой, кто-нибудь дайте спекнись? А я что, на шамане должен этот? Поставь рыбку. А что, они вдвоём же они поддержат, правильно, короля и этого, блядь? До остальных додиков. Ну да, чисто два танка на короля, как бы, знаешь, так это, по фасту. Ну да, да, да. Так и чё, блядь, у нас он ебанутый танк, блядь, сори, нахуй. 269-й, нахуй, и... Ну, 250. Нормально. Дайте на руку выйду, что ли. Это, кто там второй танк с Вилашей? Давай, ушатастик. Йор, по-моему. Ушатастик. А, Йор, ладно, он троих поддержит, и Вилаша двоих. Его не сложит там. Вы нахуй. У нас лучше наоборот. Там хулидринг ещё. Лучше потом в ДД спекнись, Халидрин, лучше подамажь. Была геро давать, в принципе? Да может прям сейчас ебашить. Все отлично. Не, ну а чё-то мы на зачистке этого коража на бычке дал геру на трешечину. Я могу сейчас дать, мне пофигу. Витория? Жёсткий ты тип. Не, ну главное, что возможность имеется, как бы. Ну, правильно. А как бы почему его и нет? Войт, можешь Седжи принести другую пачку? Я хилю, думаю, что он не хилится, блин. Ну и все, нахуя ты Седжи хилишь? У него хп не хватает, я хилю, думаю, что он не хилится, ни хера. Ну, похильми. Он ливнул. У меня просто вопрос, а как у тебя по нему вообще хил проходит? Там прикол, что у меня показано, что он типа близко, рядом со мной стоит. Я хилю, а я не хилится, он не хилится, ни хера. А хилю я себя сам, получается. А, понял. Это наебало. А я думал, ты Ени нахуй, который может хилить, блять, в неинста, типа, блять. Ну да, да, да. Я просто до ларона ухожу и просто хилю людей. Это визуальный баг. Сейчас я таблетоньку съем. Так. Чисто перкасы закинул. А, погнал уже колесами закидываться, да? Нет, это леденец. Для борта. Да, леденец. Так все говорят, блядь, леденец. Угу. Сначала леденец, блядь, а потом что нахуй? Тупо пожилой посос. А потом уже сиропом догоняемся, нахуй. Сиропом догоняемся. Вот так и жил и бумер, понятно. Под трек своего щит, да? Сначала колесо, блядь, потом жидкого дал. Вот так и жил и умер. Хорошо. Где МВП Хант? Он за МВП. За МВП пошел. Что там, ГМОП нет никого больше? МВП Хант тут нет. Это как раз пиздуем. А так всех поймет, ты что, спекайся, в ретрика его, нормально все будет. Давайте это, да, да, нахуй нам, два танка затанчит. Мы же кто-то стреляет по магам? Слушай, Войт, а мы в три хила-то не прохилим все дело? Мы и так в три хила. А сколько у нас? 4, я еще 4 на шамане. А, у меня нет спека ДД. Ну похуй, да. Ты не считаешь. А, я понял. Я тебе... Ладно, хорошо. А чё, ты думаешь не закроем, блядь? Закроем мы, надо. Да закроем. Чё, у нас 5 бикон. Ты спекнулся, Холдринг, в этого, в ретрик. Спекнулся, аж мод не переделался. А, я смотрю что-то. А кто такой Кает? Это кто это вот это вот? Это кто? Кает, блядь. Ну, Кает, неважно. Кает. Человек с ником Кает. Кто это? Он ДК, да, тебе? Это Зози. Зози? Да, понаделали, блядь, ДКшников. Ну, билд, кстати, ебанешься, мне нравится билд. Ладно, давайте. Холик? Череп первый забиваем. Да, билд топовый, я тоже говорил. Давайте.
Че, а, были, он нет? Уже сменил, он был... Это, погнали? Чем погнали. Ну. Давай. Да, погнали. Заберите, если по глазам, нахуй. Я понял, нахуй. Понял. Мастер, мастер ресы. Сейвы прожимайте свои, пока, пока мне не ресы. Так нифиг так. Покажет. Дай идр еще. Дайте идр. Лучше РБК это труднее. И не говори, кстати. Эти ваши РБК это такая помойка. Особенно если брать новые РБК. Ой, давай не надо про ботанику, не хочу вспоминать. А кстати, даже в чате, когда собирают, говорят, типа, идем все РБК, блядь, кроме ботаники. Да, это такое гейство. Не, там на самом деле не сложно, просто там упоротая механика у босса, блин. Нужно, даже не просто там сам инст упоротый. Нужно столько пробежать, чтобы убить последнего босса. Я понял, нахуй. А это Биг Дэ мне хурвать агро, блядь. Сука. Давай у шатастик ресы. А, там друид и нули треснул. Не ресы. Потратил когда, нет? Нет. Получается, кто умирает в гейм-оп, тому 1000 гп? Да, обязательно. Бейте Кеглера сначала, чтобы этот пидор нас не откидал. Кеглю? Кеглю, да. Так, сделаем. Я вот тут встану, чтобы меня далеко не откинуло. Вообще лучше вот так. На кого? Кому агилу нужна? Хантам, друидам и этим? Ой, блядь, я забыл. Немного. Как дела? Дела, да, получается? Как дела, Шалфир? Нормально. Хм. Есть такой РЛ заботливый, спрашивает, как дела. Хм. Переживает за тебя. Я смотрю, в углу прыгает что-то. В одиноко. Что, тебе шкаф собрали? Ладно, я поставлю тотем. Ладно, я нажал клятву. Еще нормально будет. Давай синюю джагу дадим. Дал синюю джагу, сейчас с автоатаки порезаю маны. Ну не пофиг, у меня 58 маны, отлично. Ну смотри, я на бревно залез. О. Зачем ты на бревно залез? А можно даже выше подняться, нихуя? А, знаешь, как можно выше подняться? Ты просто ставишь этого короля с этим киглером в одну точку. Я вот сюда закинул, кстати. Король дает вертуху. О, залез. Хуя себе, блядь. Нет, там веселее. Король дает вертуху. Чё? Дизарм по королю будет? Я, короче, сверху наблюдать буду, пацаны, блядь. Мы тут лазим, трешка. Сейчас я буду это оттуда цепухой. А, я же не могу, получается, пока. Сука. Сейчас я лужу разолью, блин. Так, я до холдинга не стоит дожить, а? Куда? Что произошло? А он что-то... Юля забрал. Ты тоже полезал наверх. Ты Юля его там потанчить хочешь, что ли? Okay. Я понял. Я съебал. Ну ладно, тут еще сколько до крутилки, я что-то пропустил. А, ты танчишь, ладно, давай. Блять, вы так поставили. Выйдется мимо. Вы ебать его поставили, конечно, просто, блять. Ладно, я его бить не буду, ну его нахуй. Я еще за его выйдет. Щит? Да кому он нужен? Правильно, блять. Ачива. А что за ачива, блять? Ну типа там нужно. Опа, сани, плечики. Опа, плечи. Опа, молот на Арусу, да его. А кроме тебя никому не надо. Трансмок. Молот. Ну как бы мне по факту еще надо, но если как бы холдингу важнее. Но молот прям... пиздато выглядит, кстати. А тебе что на шамане? Мне уже дали, прикинь. Как, мне как... плечи, ноги и голова. Но говорю, если как тебя, бы приоритет есть. У тебя сейчас сколько кусков всего? Один кисти. А, ну потерпишь. Я говорю, если приоритет есть, у меня потом... четвертый это будет.
Ну, давай тогда подожду. Кстати, а на... Что нафармите? А Т4 или на X5 тоже реворкать будут? Или только на X4? Навара кому надо? А там есть, типа, свободный? Или вы уже закончили? Плюс они тебе. Дай мне. На ДД возьму. И молот, и... Не, дай молот мне, я буду Энхас двуручкой делать. Энхас двуручкой? Что, блядь? Да, ты что, не знал? Это, блядь, топ, это мета. По-моему, пахнет хуйня. Кому надо пуха? Юру? Бля, вот ну, так. На транс можно. Не надо, блядь, я буду делать МХЗ. На транс, да, можно. На транс, блядь. Наручи на кого? Кому? Наручи двумя сокетами. Можно? Тоже надо, да? Ну, типа там два сокета. Наручи классные, да. Наручи жесткие. Три сокета можно сделать. Что, у вас там слоты есть или вы уже фуловые? Ну, для тебя мы уже, грулят. Если плечи не нужны, то давай залетай. Да, мы уже... Если плечи не нужны, продавай. Кому ты продавать собрался, блядь? Нет, в плане того, что... Сейчас найдем кому. Бизнесмен хуев, блядь. Этот, сейчас вторую будем собирать. Сейчас втюхаем. Вторую, блядь, не будет, мне кажется. Позовем его. Кому-то, нужен грудак на приста будет с этой вообще. Да. Это кто сказал? Это друид сказал. Он не любит щиты два персонажа. Че, паролем? Не любишь щиты? Че у тебя там? Бросай его. Че, нет грудака? Нет, два куска на сову есть. Надо еще два куска. Кто бы не дал? Я понял. Пойдешь гэмбу, обычку? Ну, next, мне нужен токен на шп. Ты можешь сейчас и в эту пойти, и в следующую. Сейчас можешь магом пойти, а потом... Ну и там вихрик сделаешь. Типа, я не сделаю там, вы же уже убили Груля. Не, мы на Грулом. Мы на Груле. Мы Груля еще не трогали. Можешь магом зайти. Давай, загружай все вещи. А там токены на этого, на приста свободны? Грудак нужен только. Или на кого токены не свободны? Ничего не свободно, магом заходи. Сейчас уже ничего не свободно, наверное. Да. Заходи магом. Ну, типа к рыбу. Не с пульти только, стойте. Сейчас. Ты заходишь, нет? За. Говорю сразу да, за. Да, я захожу на мага. За бомжа не ручаюсь. Пешего. Но если ты не умеешь им, блядь, управлять, то это проблема, Заханыч. Съешь бомжа этого своего, и все нормально будет. Зачем есть бомжа? Бомжа не ешьте, блядь. Все, нет бомжа, нет проблем. Ты это шкаф ебаните, с умнем мага. Дать Геру с пула? Или да. Это... 10 ДКшников. Сейчас попробуем вторую. А, вроде... ёбнулись. Все ДКшников собрали. Вроде тенки у всех есть. Сейчас попробуем. Да, это чаевые. Еще раз, пожалуйста. Ты что там, я блин? Просто крафтил, и мне тут ниток не хватило. Понимаете. Отчет. О, да ну нахуй. А почему работало? Вы видели? Ну, типа, а до этого почему-то не работало. Кто именно? Кому стереки? Ебаный, вон. Мне. Ну. А че за фигня? О-во-во-во-во. Это ты Вилаша догоняй там. Биг Дэм, кто не скиньте гроу Биг Дэм, мне лично кажется, что их поможет. Биг Дэм танчит. Сдохнет по-быстренькому. Я в него волну кастую. Ща мы ебанем ему нахуй. Тебе надо охладить трахни мага кто-нибудь. Охлади свой трахани, Биг Дэм. О, бляха. Ща мага протянет как. Я скиллованный. Зыбку держи. У нас две по двойной незыбкой, нифига себе. Охуеть. И половина рейда сдохла. Бись просто, да? Я как... Вилаша, догоняй там. Что это за боб был, Войт? Ну, бля, не знаю нихуя. Диван, нахуй, нахуй. Ты агрос рывал, ты мог сдохнуть, нахуй, я тебя спас, бля. Найс. Скажи спасибо. Ну тебя бы ёбнул разок, и все, и ты бы чилил, лежал. Чего, теперь два танка на первом месте. А чё, а можно Геру? Я бы даже сказал... Подожди, 28 секунд. 25 секунд и будет вам Гера. Давайте по танку диван сдадим. По танку диван? Не, диван могу. Просто. Я могу? Полежи, почили.
А ты его не найдешь. Бафайте скорее его, там, не знаю, каску, баф, там лавку, все забафайте его, чтобы он не увидел Дима. Сейчас 5 секунд, 4 секунды, 3, 2, 1. Оп! Ты еще реально это... там. Ну, не, я подумал, уже все, пиздец. Да, это что я... пиво есть на груди. Почему сразу подумал? Ты так плохо обо мне думаешь? Да хуй тебя знает, блядь. Ну, я у него не спрашивал, кстати. Бля, в обычке, иначе его потом закрыть. Надо будет гири делать ачивки, там маунта дают костного. Чё за ачивы? А, в обычке, короче, надо запиздить его меньше, чем за 2 минуты. Ага, надо собраться с этой детской. Отлично, блядь, день по ачивкам. Обновите гон, пожалуйста, ДКшники. Как я ненавижу этого босса. По факту. Чего? Пидор босс. Да, это не мотато ста. Сколько сдохнет человек, давайте. Ладно, ни одного повезло. Мы же не бичи какие-то, блядь. Ну как сказать? Я поспорил. Как сказать? Так. Тварь. Сука, говно, где мои штаны, нахуй? Вон железо рубит. Я ебал такую хуйню. Дай бог, грудак не выпадет. Ой, ебать, я с этим мечом на хпале до сих пор, блядь, бегаю. Нахуй. Это кому нужны токены, не убегайте пока. На ДК. О, можно мне магический клинок кровавой утробы? Штан. Подождите. Ты не сможешь взять трансмоком. Зачем? Все, подождите, блядь, все по очереди. Штаны на ДК кому надо? Плюсуйте. Блять, мечи. Почему шаманы таскают мечи? В обычке, да, пошли. Уровень могу. Так, штаны на. Вар жрец друид кому? И уж достиг мастер. А какие у вас мастер? Я могу. Два из четырех. Мастер ласт, а уж достиг. Тебе всем было одно собирать. У тебя меня два куска. У тебя третий будет, да? Давай. Да, третий будет. А ультрадру у тебя что? Первый. Ладно, давай хукмастер четвертый тогда. Башка надо кому-то. Короче, хукмастеру в догонку. Обей. А... я могу мечи изучить вообще? Меч в рейв, короче. Не можешь. Шаманы не могут мечи таскать. Уёво. Идём, летим на магика. А что за несправедливость такая? Кидало. Пить, что ли? Какой кидало? Кто кидало? А щит никому не нужен с Актеридона вообще? А куда щит... заханыч? У меня КД магик. Я сейчас он на шамана зайду. Он шаманом зовет. Ну, как он умудрился? Друзья собирали гэма, я к ним на маяка зашел. Кто-нибудь может подсказать на шаману, вот этот тринкет нормально пойдет? Или такая бич? Удали его. Да, заебись. Распали эту хуйню. Топовый тринкет. Нет, ну я серьезно, кого не просто надо знать. Я... На первое время сойдет. Дота 6 контента будешь ходить с ним. Ну, типа, на первое время может повезать, а потом помойка. А глаз груля, если взять? Тоже помойка. Тебе, пока у тебя нету 1400 хосты, надо искать хостовые трини. Идеальная ну, карта плюс ПВПшная, наверное. Яйцо есть. Чё-то, кстати, удали. Чё-то не карту паролу. Карт паролу? Хер. Да. Там а что? Вот, я тебе в ПМ плюсанул. Кто занравились мне? Зов. Опачки. Сдох. Сюда, ШПшничек. Сдох? Может быть, сдох? Ну да, вдох. Кто сдох? Да вдох на регорде, блин. Подожди, а-а-а. Серьезно, вдох мощнее карты? Вдох за 45к взяли. Так если покупают вдох, 45. То все. Да. Значит, это напорол. Я б нахуй за 10 не купил эту хуйню, блядь. А ну, ты да, знаешь, у нас полусервера не купил. Крутая тренинг на ретрика. Да не только на ретрик. Ну что она там дает? В принципе, охуенная тренинг. Она да, дает крит и ап. 16% крита. И ап дает. Прошу мной крит. Подожди. Крит это? А, последний вдох? Чешу. Да. Да. Ну правильно, потому что перед смертью нахуй не надышишься. За время бабла надо быть максимально ДПС. Тут, короче, очень опасно, поэтому... Опа, я чел уже выкинул.
Надо выходить из огня. Кто-то заспальнет. Давайте по три моба, только зерга. Вдай, вдай, мочи его. Дурак! Да. В смысле дурак, блин? Стресный. Так, надо влюбить его. Ты чё? Пригубить? Что? Огня выходить. Ну, там... Да я там чела в жавку бахнула, его никто не стал убивать. Что это у вас прием? Так, я знаю, там с магика охуенный щит падает. А тебе он нужен? Ну, на шамана, да. У меня посох, блядь, стрелка десятки на дух вообще, блядь. Посох на шамана. Подвисает что? Нет, мне щит нужен тоже. Тебе тотем неправильно стоит. Аргарон. Какой именно тебе нужен тотем? Тебе нужен 264-й ДД-шный на шоке. ДД-шный? Да, да я вот пока... Я знаю, но я пока... Это который тотем расколотого льда? Вот это вот? Или я не помню, как он называется. Который на хосту. А, на Эршаму. Да, 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 а, это Эршаму, блядь? Да, конечно. Да. Ну, Эршам или... А, или... А, ну... О, а Эршам, а Элем. Ну, Элем у нас ПВП-шный, который... Да, да, да. Да. А что там улема? Нет, а тот зависит только от огненного шока, а этот зависит, а тот зависит еще от любых шоков. Который ПВПшный? Да, да, 270. Да, 270. Это он когда прокачанный, да? 213. Я знаю, просто пока не знаю, сегодня там. Целка не закрывали? Нет. Да, мы фриканулись. Да, а почему? Такой рейд был. А чё вы сегодня сходили вообще? Мне интересно, чё сегодня за это было? ГМ, ХМ они сходили и... ГМ, ХМ, ТТГ и РСКУ. И всё? Да? Да. Чё, завтра у нас ссылка обычка? Ссылка Гера. Ссылка Гера. Нихуя, я сейчас обычку поставлю, нахуй. А чё? Не делай глупостей. Либо нехуй, блядь, не приходить. Нехуй в натуре не приходить. Будьте обычку себе. Ну, извините, я на работе, блин. Что, на приколе? Первую, вторую. Эту обычку Геру, ну, все, нахуй. Я уберу Геру на завтра. Да не прикалывайся, ну, в смысле, ой. А, ну, нихуя, все, поздно уже. Сегодня не успею, значит, завтра. Не, ну, я не приду. Ну, не приходи, блядь. Придут Крич те, полный. Те, кто на обычку придут. Зайдут и пойдут закрывать. Ну это, ну ты сейчас день смещаешь просто. Да, смещаю. Зачем? Ну потому что на прошлом КД мы закрыли ЦЛК за 2 дня, 2 ЦЛК. А на этом КД 2 дня прошло, и ЦЛК закрыто только одно. Да кому она нужна обычная, ёпта, налё. Давай, так, люди, давай так. Людям со, как минимум людям со сколком. Давай так рассудим. Ну, кому нихуя не нужно, так ему тогда просто в игру не нужно заходить, да? А людям нужно собирать шебы и посохи. Не, ну если ты ходишь в обычку, ты же ЕПшку нормально закрываешь-то. Ну, сильно по ЕПшке да, да еще ЕПшку повысить надо. Ну, не надо. Ну, типа, нихуя вы интересные, типа, ну так давайте тогда шем удалим. Все вот, кто сделали, и, ну, будем играть. Нахуй обычка, в Геру сразу пойдем. Нихуя логика, блять, я вообще не понимаю. Я в обычке умираю, блять. Героики. Типа вот такие интересные единоличники, что ли, или что? Или как? Mm-hmm. Нахуя мы играем тогда? Ну, твинком сходите, если хорошо играете, его пододеньте. Не хочешь, нахуй? Лучше не говори об этом, блядь. Не зашел, нахуй. Чтобы я об этом никогда не знал, нахуй. А вот так, нахуй, типа я не пойду, ебать. Ну, это хуёво, нахуй. Это что сам? Это хуёво. Это самое, и чё хотел сказать, это самое. Грудак о Шампалрога занят? Вы чё думаете, типа, блядь, ну, а потом нам чё делать? Типа, за три дня можно закрыть вообще всё, что есть, нахуй. И ЦЛК, и обычки, и все эти рейды, всё, которые стоят. Просто надо прийти и делать это, нахуй. А не так вот, я не зайду сегодня на обычку, завтра приду на Геру. Не будет Геры завтра? Ну, не будет и не будет. Это если не то. О! Заебало нахуй. Кто там самый... Кто будет... Слышишь? Кто будет куб жать? Ну, Слава. Я могу нажать. Обычка-то закрывается 2 часа. Дальше что будет не падать, делать, если не падать. Разберемся там, что делать. Дальше если... пойти во льду. И заебись будет. Там придумаем. Надо еще днем в льду сходить.
Но как бы можно Геру начать. Ну, можно на 4 босса сходить, Геру еще. Так. Или по... Ну, видишь, ЗС-ку тоже идти, блядь. Че, вы второй ГМО будете собирать? Сейчас посмотрим. Я с удовольствием схожу. Потому что, вон, я пишу всем, мне от 15 тысяч пишут штаны купить. От 15, а он уже в гильдии договаривается, уже 25 выдвигача будет. Ну, блядь, мне жаба душит. Ну, я вам метки поставил на кубы, тут бигдема только нет. У вас там на Макдередону слот есть, Слава? А меня? Где я? Почему без метки? Ну да, есть, а кто у тебя? Я тут рядом, я зайду сразу. На вторую, сразу говорю, 2-3 токена на приставке заняты. Я говорю, да. У меня на вторую есть персонажи тоже. Я потом пойду на вторую. Блядь. Мне, пожалуйста, на дроиды штаны. А я пойду поеду. Еще раз говорю, все только на воин средств дроид заняты. Ну-ка, и кем? Че, принимайте. Моим престолом. Обойдешься, блин. Смотри, да что? Тут дамажит сильно, что? Так что... Паролим с тобой, мне нужно выбрать такой штаны. Вот грудак возьми, мне штаны. Я заберу оба. Обойдешься, я тебе переролю, блин. Что там, грудак не напал, а на всякий... Я хожу месяц уже, не выпадает. Так ты что, месяц походишь? Давай, не жопь там. Пошли завтра гибридный рейд. ЛК 25 обычка и ОКО. Вернее, ДС. Посмотрим по настроению. Вы чё все, помирайте-то? Хилить надо. Хилим? Почему? Возможно, стоит косты сбивать иногда, но это так. К слову. Меня голем убил. А то там мои руки Т5 лежат, нахуй. Ой, я могу покрафтить на кубе. Кожевку покачать. Сколько бабок слил уже? Чьи, говоришь, руки там лежат? Все так же пока. Мои. У тебя ж приора нет. Есть. Ебать. А завтра еще из-за... ЦЛК 25 так у тебя меньше, кстати. Да, ну, только... Пристабав. Пристабав, киньте. Нихуя, я еще за 25 обычку не лутал. И пешка. Тогда вот пока. Ты нам поставил вообще? Тогда до встречи. Тотем источника маны. Следующий поток. А что поставил там? Тотем гнева воздуха. Ну там вообще же, по идее, топы заберет. Топа не будет забирать. А, не будет? Или что такое? Он не будет, сказал. Он будет менять билд, поэтому... И при том, говорит, ему руки не нужны. А, я понял. И тотем гнева, да? А, ну все. Ну, все, не пересекается. Все прочекал, все пробил, нахуй. Ты что думаешь? А у нас рейд хилд, получается. А, все вижу. Тут он... Короче, я похилю тогда ромбик и печеньку. И босс маленько зацеплю. Так, а я треугольник, и там кто? Ромбик, да? Нет, я ромбик похилю тоже. Там хилер и этого танка. Кину еще, конечно, я сейчас. А на ком треугольник еще не вижу? Треугольник на... в мастере. Жди, стоп. Можно солю? Ты это не догонишься. Окей. Анонсите на всякий случай, а то тут, блин, глючит бывает. 20 секунд, спешка сверна. Геру бы. Кубу подождете, ну, и тогда Геру дам. За 5 секунд до кубов нажмете. Вы кубы типа захиливаете? Я только один. Да. Давай захилим, посмотрим там, надо... Ну, если прям очень жестко пойдет, сделали то... Захилил. Вообще. Вроде народу должно было сегодня быть нормально так. На 25-ку.
Луну можете не хилить, я не умру никак. Никогда не говори никогда. Ну вот и долго собирались сегодня, очень пиздец, блядь. Народу нихуя. 15 секунд, но, блин, не знаю. Ладно, на ОКЗС, я понимаю, там еще люди не приходят, потому что у них, ну, может, дилер слабоват, потому что они там тактик не знают, им не хочется тут сидеть. 5 секунд на кубы. Как можно не ходить, приходить в новый рейд? Ну, есть такая, типа, тема, типа, что могу сказать. Ну, тогда вообще играть? Ну, не знаю. Массакро, наверное. Бить, блин, получил урон. Не знаю, честно, это сложно объяснить. Ну, там нет объяснений. Значит, просто все хотят сидеть, душниться в рейдах. Да. Скажем, думаешь, у меня есть желание сидеть на ебаном роботе и спорить свой дом, что там не надо, блядь, два ебаных ДЦ. Ну вот, не знаю, там и чуть. Там пиздатый состав по хилу, это Ршам, да. Холипал, ДЦ и Холиприз. Холиприз. Мне кажется, Холиприз. Ршам там нахуй. Ну, нет, но... смотри, Ршам, если с этим закидывать будет, я не знаю, как работает Т4 у Ршамов, честно, вообще не знаю. Помойка там, проблема в том, что он дает две максимум, ну, одну максимум две цепухи. А, типа, и он просто бесполезный. Куза на паладина. Куза. Для начала нахуй, на кого бог пошлёт, нахуй. Вот эту, я понял. Я понял. Посыл, блин. Да ёбаный, да почему у вас много таких предметов-то, ебать. Да, можешь... есть. А, у меня есть такая тоже. Голова кому надо? Моги, можно портал, пожалуйста? Два раунда. Голова на квест кому надо? Давай. Давай мне. Приколу. Давай, Альгарон. Я квест такой не делал. Ты понял, нет? Я не делал. Сумку, нахуй, а, нет, подожди, не давай мне. У меня есть. Там, кому голова по-моему? Еще раз? Давай на холидринка, я такой квест не делал, просто. А там что-то дают за нее, да? Да, только нужно лететь в этот, в полосу пылающего пламени. Выпал, куда, за голову? Ну, грудак я взял, напало этот. На ДК кому надо тут? Мне нужен ласт токен на танк. Так, сейчас собираем следующее. О, меня, пожалуйста, друиду. Да, давай, все остальное. А ты где, блядь? Я тебя не вижу. А, в смысле, не Равнике. Кто? Сейчас я плюсану. А, я, блядь, я тебя с Юром перевожу. Пустилар. Что, меня? Я Юру кидаю, думал, это голос Юра, блядь. А, посох надо? Юра. Дай посох. Кому посох надо? Культат рулю. А, ты на этот, на посох, на трансмут, что ли? Ага. А так это, ты что? Жезл, ты жезл потом это, надо. Ты ж себе травму потом. Брат, дай. стой, не надо, мне палка нужна эта. Дай палку, брат. Не пыли ее. Ультрадру. Ольга. Давай жезл распылю. Дай палку, брат. Я в рею скину. А, где там друид? Ультрадру, ты где? Залорай. Ща, не пыли ее, не надо. Слушай, воет, а как? Это самое. Он на трансмут взял. Вот, отдай ему, вот эту себе выбьешь, потом по-любому в ЦЛК падает. Да мне просто эта палка.